Привет всем! В этом видео я вам расскажу о стратегии для телефона, о реальной стратегии, которая работает. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Почему она реально работает? Да потому что я это все протестировал. Согласно моей новой концепции, перед тем, как вам что-то показывать, я это все протестирую на своем примере, выведу статистику, и только тогда вам буду все показывать, все рассказывать, потому что без статистики, без доказательств, это будут просто пустые слова. Многое протестировал способов, и вот вывел идеальный такой вот способ, потому что я хотел, чтобы было минимум анализа, минимум торговли и максимум заработка. Это было реально тяжело сделать, но у меня получилось. Но стратегия довольно-таки рискованная. Она подойдет для разгона депозита. И я бы советовал пользоваться этой стратегией для депозитов до 10 тысяч. Потому что с депозитом, например, в 100 тысяч, там уже совсем другие риски и совсем другая ответственность. Итак, смотрите. Тестировал я с 10 тысяч, пополнил на 10, создал специально новый счет и сделал 130% к депозиту, сделал еще 13 тысяч. 10 тысяч я взял бонусных, потому что глупо от них было отказываться, но бонусы я не использовал при торговле. Торговал я 14 дней. Вот, полностью все мои сделки. Начал я 14.08 и закончил я 12.09. То есть за месяц сделал 130% к депозиту, торговал 14 дней, в день я уделял где-то этому 10-15 минут. 10-15 минут. Это как раз стратегия для тех, у кого нет времени, кто очень много работает и кто любит торговать с телефона. А все, что вам нужно сделать, чтобы заработать с помощью этой стратегии, это придерживаться двух простых правил. Я сейчас их вам покажу. Коротко по ним пройдусь, а потом подробно по каждому правилу покажу, как я торговал, все полностью покажу по своим сделкам. Итак, погнали. Первое, что вам нужно для заработка, это одна единственная торговая стратегия. У меня это был горизонтальный скальпинг по похожим ситуациям. Я вам покажу именно в каких моментах нужно заключать сделки. Второе, это вертикальный режим. Торговать нужно именно в вертикальном режиме и нужно дробить сделки. У нас всего 5 сделок. Первая 100, вторая 300, 800, дробим, да, 4 по 200, потом 2 400 и на 8 тысяч. Здесь, конечно же, все приблизительно, вот эта вот вся сумма не входит в 10 тысяч. Я на своем счете торговал по-разному, в зависимости от ситуации. Но если вы не будете сразу же, знаете, доходить до пятой ступени, а доходить до третьей, четвертой, тогда все у вас будет нормально. Но здесь мы видим, да, что все это очень рискованно, потому что у нас есть всего лишь 5 сделок. И второе, самое-самое важное правило, это лимиты. Нужно заключать 2 сигнала, строго 2 сигнала за одну сессию. Потом, например, делаете перерыв, минимум это 1 час. И опять можете заключить 2 сигнала, но строго 2 сигнала и нужно вот дробить сделки. Но не больше 6 сигналов в день. Итак, что еще здесь самое главное? Чтобы все это работало, нужно строго следовать всем тем ситуациям, которые я вам сейчас покажу. Эта стратегия у меня сработала. Сработает и у вас. Вам нужно просто взять и скопировать. Все то, что я вам сейчас покажу, просто вам нужно взять и применить у себя. Итак, переходим к стратегии. Видим, что я заключил 4 сделки по 2000 рублей. И сейчас я буду вам объяснять, в каких ситуациях вообще на этом счете я заходил в позиции. Вот эти 4 сделки, видите, по 2000 рублей. Какой здесь у меня был анализ? Строго часовой. Часа нам достаточно. Вот эти вот у вас промежутки должны быть, видите, по 6 минут. 15.54, 16.00, 15.48, 15.54. По 6 минут. Часа здесь нам достаточно. Заключал я сделки на 1 минуту, я строго скальпировал только в горизонтальном скальпинге. Видим, есть жесткий уровень сопротивления. Ситуации обязательно должны быть похожи. Чем выше сходство, тем будет сильнее сигнал. Еще одна фишка. На пятую ступень я всегда заходил сделками на понижение. Потому что вот эта вот ситуация, именно такая ситуация, у меня работает лучше всего. Смотрите, да, ширина здесь тоже практически одинаковая. Одинаковая ширина. Очень вот похожи вот эти вот пики. Резкие пики, смотрите. Раз, два, три, четвертый резкий пик. Отличная ситуация. И только в такой ситуации я захожу на понижение. Давайте посмотрим еще один сигнал. Вот, опять же, 4 сделки по 2000 рублей. Вот эти 4 сделки. Опять же, очень сильно эта ситуация напоминает предыдущую. Строгий горизонтальный уровень.
ширина этих фигур одинаковая, резкие пики, и я захожу на понижение по похожим ситуациям. Вот и все, вот и вся торговля. Вам строго нужно искать такие ситуации и только, блин, в таких ситуациях торговать. Почему именно для телефона я выбрал вертикальный режим, а не горизонтальный? Потому что визуально в вертикальном режиме с телефона для меня торговать реально проще. Здесь график как бы сужается, и лучше видны пики и просадки. Но опять же, это все просто на подсознании. Просто визуально мне так торговать намного комфортнее. Теперь переходим к самому-самому важному, без которого эта стратегия вообще не будет работать. Вся фишка именно в лимитах, именно в двух сделках. Почему? Потому что идет перезагрузка. Это очень важно. Каждый раз вы подходите к торговле со свежей головой. Смотрите, 14 числа я заключил только две сделки в 20-20 и 20-23. Все, две сделки. Первая сделка на 100, потом на 300 рублей. Потом я уже вернулся 15 числа и заключаю сделочку на 800. Она тоже не заходит. Видим, как я начал, да? Три сделки в минус. Потому что здесь самой торговле я очень мало уделял время. Самой торговле и анализу. Здесь вся фишка в дисциплине. Потом видим, я заключил три сделки по 800. Это один сигнал. Можете заключить 4 по 600 или 3 по 800. Это без разницы, это один сигнал. Эти сделки у меня заходят в плюс. Потом, смотрите, в 3 ночи это было, в 3 ночи. Потом, 15 числа, я вернулся к торговле, когда в 16.20. Опять же, заключаю две сделки. Первая сделка в плюс. И в 25, 16.25, вторая сделка в минус. Все, 4 сигнала в день и ушел. Следующий сигнал. 16 числа. Первая сделка. В 5 ночи. Смотрите, одна сделка у меня в 5 ночи была на 300 рублей, она зашла в плюс. И все, и я ушел с рынка. Я заключил одну сделку и ушел. Потом, смотрите, я заключаю один сигнал 16 числа в 5 ночи. Один сигнал на 300. И ухожу. Все, я ушел. Потом я вернулся к торговле только в 16.58. Заключаю один сигнал. Минус. Захожу в следующий сигнал на 300, тоже в минус. Все, сделал два минуса и остановился. И потом я вернулся к торговле 16 числа только в 21.07. Заключил вот раз, два, три, три сделки, они тоже зашли в минус. И потом в 21.11 16 числа я заключил 4 сделки по 800, и они зашли в плюс. То есть в чем смысл, что я вам пытаюсь донести этим? Нужно брать паузы. Два сигнала, перерыв. Два сигнала, перерыв. Видите, я делаю 4 сигнала в день, не больше 4 сигналов, но вы можете делать 6 сигналов. Опять же, это для каждого индивидуально. Вот в чем вся фишка, чтобы перезагружаться. Опять же, находить правильный скальпинг. Да, видим, он не всегда работает, просто я очень мало время уделял анализу, но если брать паузы, если подходить со свежей головой, все у вас будет работать. Давайте еще раз пройдемся по сделкам, потому что это очень важно, вы должны все это запомнить. Смотрите, 3 числа, да, я закончил на убыточной сделке. Возвращаюсь 4, заключаю одну сделочку на 300, она заходит в минус. Следующий сигнал у меня 1, 2, 3, 4, 4 сделки по 200, это на 800, они тоже заходят в минус. Смотрите. И что я делаю? Я не продолжаю торговать, я ухожу. Когда у меня вот такая вот штука происходит, я ухожу, смотрите, в 10.23. И потом только я вернулся к торговле в 16.01. Возвращайся в 16.01, заключай опять 3 сделки. 1, 2, 3, 4. 4 сделки заключил по 600, и они тоже закрываются в минус. И потом я нашел отличную ситуацию, заключил 4 сделки по 2000, и они закрываются в плюс. Лимиты – это самое-самое важное. Вам нужно научиться контролировать себя, а не рынок, чтобы после неудачной серии вам не захотелось продолжить. Вам нужно просто взять и уйти, и вернуться потом. И тогда у вас все будет шикарно. Вот и все, ребята. Вот такая вот стратегия. Всего лишь два правила. Если придерживаться этих правил, вы будете зарабатывать. Посмотрите мой путь к миллиону или к 2 миллионам. Посмотрите, сколько я там торговал, да? Я торговал, например, месяц, но за этот месяц я торговал всего лишь 2 часа. 2 часа я уделял торговле. Я много анализировал и не торговал каждый день. Вот здесь, на этом счете,
14 дней, смотрите, 12 число, потом 10, потом 8, я пропускал дни, ребята. Чем меньше вы торгуете, тем меньше вы будете заключать ошибок. Вся фишка в том, чтобы не пересиживать, не насиловать рынок, это очень важно. Я вот оглядываюсь назад, анализирую свою торговлю и понимаю, что это было самым-самым главным фактором, то, что я не пересиживал. Я один день торгую, два дня не торгую. Один день торгую, два дня не торгую. Но зато торгую по-крупному, но зато высматриваю шикарные ситуации. Вы можете много учиться, вы можете много торговать на демо-счету. Я вот очень много провожу время за тестированием. Я тестирую фигуры. Сколько раз она зайдет, сколько раз она не зайдет. Но на реальном счету я беру одну стратегию, я четко захожу в рынок и четко ухожу. В этом весь секрет успеха. Пожалуйста, поймите это. Давайте я вам покажу, что это новый счет. Вот я пополнял 14 августа, 8 вечера. Одно пополнение, дали мне бонус. Вот, пополнение. Выплат нету, да? Одно пополнение. Я увеличил счет на 130%. Сделал 13 тысяч меньше, чем за месяц. Торговал 14 дней. Бонус, видите, есть 10 тысяч. Его я вывести не могу. Я могу вывести только 23 тысячи рублей. Но подушкой безопасности я не пользовался. Если находить строго правильные ситуации, подушки безопасности вам не понадобятся. Но если вам предлагают бонус, глупо от него отказываться, конечно же, всегда его берите. Итак, на этом я буду прощаться. У меня эта стратегия сработала. Сработает ли она у вас? Все зависит только от вас. Будете ли вы придерживаться правил или нет? Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Чтобы попасть к нам в команду, достаточно написать сообщение сообщества «Прими в команду». Также можете смотреть статистику моих сигналов из закрытой группы. Вторая ссылка в описании. Также подписывайтесь на канал по торговле. Третья ссылка в описании. Туда подписчики присылают свои видео. Там очень много интересной и полезной информации. Подпишитесь на мой основной канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. Я думаю, это видео реально было для вас полезным. Всем удачи, всем больших заработков. Пока!